Ай, короче, ребята, мне нужно все сегодня успеть. Я сейчас сидел 5 минут, такой думал, что делать, выпустить видос про пельмени или перенести все это дело на завтра, потому что сегодня полдня провел время с семьей, и, как бы, понятное дело, вечером только освободился, как бы, а видосики пилить-то надо, минимум 2 штучки-то, а стрим-то тоже надо начинать, сегодня GTA 5, РП, тут только посмей, не прийти! Только посмей не прийти! Во-первых, я там буду разыгрывать, соответственно, GTA, да, как бы, ключик от игры. Ну, там, не сколько ключик, но GTA-шку получите. Это во-первых! Ну, а во-вторых, сегодня мы там поедем, наверное, воевать. Ну, посмотрим. Ребят, надо как бы мне кровь из носу успеть вот это видео сейчас опубликовать. И потом в 8.30, 8.15 даже начать стрим. Потому, как бы, у меня планы наполеоновские. Надо на пельмени все прокачать, да. Ну, как бы, это фиг его знает. Потому мы откроем ништяки. Поговорим по поводу этой штуки немножко и попробуем кому-то сделать вторую эволюцию, посмотрим вообще, что из этого получится. Ну, КГшек мало, ну а что делать? Вот, так что усаживайся поудобнее. Поставь лайк. И это попробуй только на стрим не прийти сегодня. Попробуй только не прийти. Я за тобой приду. И как бы есть отдельный плейлист по пельменю, да, это аккаунт с нуля, который я развиваю, как бы не трачу на него денег, ничего, просто вот играю. 116 тысяч силы! Я даже еще не успел посмотреть комментарии под прошлым выпуском про пельмени. Может, вы мне написали, какого еще героя нужно распаковать. Вот, но ты только посмей на стрим не прийти. Но я почитаю, я там... Побегал, лайки поставил, но как бы надо прочитать еще внимательнее. Ладно, полетели. Что у нас получается? Я тут троллил недавно чисто сильные аккаунты, но по факту у меня сейчас аккаунт чисто сильный, да? А вот, давай попробуем вторую эволюцию кому-то сделать. А, и сделаем мы, наверное, это Фрей. Так как после обновления теперь не надо 5 миллионов, чтобы перевести на следующую звезду, это прям круто. Это прям круто. И получается, смотри... Добавляем опыт. Блин, книг на самом деле не так уж и много. Вот, добавляем опыт. Потому что, ну, иногда реально, ну, как бы Фрея, понятно, у меня не на урон прокачана. Хотя, ну да, видишь, она на жизнь с цепелином стоит. Ну, как бы не на урон особо она прокачана. И ёпта, не хватает. Видно, она долбит, а хули толку. Понимаешь, в чем проблема? Потому мы ей сейчас сделаем вторую эволюцию. Повторки будем использовать. Ну, у нас есть одна повторка, но нет, давай, у нас есть эти слизи. Блин, придется продать. А, ну слушай, ну нормально. Не, живем, пацаны. Курс хороший, 120 тысяч кристаллов. Да, самоцветы. 1000 самоцветов. Так, 340 самоцветов. Ваши подарки. Сейчас нормально все будет, ребята. Сейчас все будет просто замечательно. Умопомрачительно. Может быть, вот благодаря вам. Вот вы лайк-то поставили сейчас, да, надеюсь. Подписались-то. Вот, колокольчик-то долбанули. На телеграм подписались, чтобы не пропускать видосы и всевозможные стримы. Вот ради вас возьму, попробую паролю. Как бы и вдруг эпического героя выбью. Вот, хер ли от этого толку. Ну давай 3000 или не потратить. Потратить или не потратить самоцветы. Ну что-то как-то я даже не знаю. Ну вот надо иногда такие неожиданные роллинги делать. Вот, чтобы вы приходили. Ну да, все было хорошо. Чтобы все было замечательно. Вот, чтобы все было упупительно. Ну и посмотрим, сколько книг придется потратить ради того, чтобы, грубо говоря, и прокачать вторую эволюцию. И по факту, прокачав вторую эволюцию, друзья, мы, как бы тебе это объяснить, мы сможем прорыв сделать, да, если не ошибаюсь. Давай эволюционировать, так, используем КГшки. Так, дальше, улучшаем навык. Вообще, ей, конечно, надо еще просвет-то прокачать. Так, нормально. Нормально идем. Ну тут уже все. Так, 160 уровень, у нас не хватает золота, но мы как топ-донатеры можем себе позволить вот так вот сделать. И у нас сразу же все хорошо, друзья. Так, давай, смотри, руны просветить. Оп. А, стой, ну это ладно. Это как бы это потом, ничего страшного, я это рано или поздно сделаю. Так, нам усовершенствовать надо, да? Вот, улучшить навык, добавить опыта. Да, слушай, еще ради...
ради прорыва-то тоже надо книги тратить. Так, и ну давай 180 уровень сразу делать. Или вообще по факту, да, ну а чё опыт зазря будет пропадать? Давай реально сделаем, чтобы по красоте было, уберем отсюда. Ну потому что все-таки мы без доната играем. И вот так вот будет логичнее делать, согласитесь. Да, может быть, конечно, идет потеря для контента, но тем не менее, ну, хотя, опять же, сколько времени это будет все качаться. Вот я сделаю эксперимент с Фрей, блин, хотя Фрея. Ну ладно, короче, давай, все-таки потратим книги, 64 штуки. Вот, и теперь мы можем, да, и вот, воспламенение делать, и как бы сразу же, так, у меня 15 тысяч камней пламени, ну, спокойно я 10-й прорыв могу сделать, дальше уже будем смотреть по ситуации, давай, там, прорыв быстрее делайся, ёб твою, я вот так вот хлопну, и он уже будет 10-й, бац, так, все нормально, 10-й прорыв, у нас первый герой со второй эволюцией, и с 10-м прорывом, ёперный ты театр, да, кстати говоря, если ты играешь без доната, то давай, вступай. Вступай, дружище. Вот, пока не поздно. Вот, ждем. Вот, от 100-130 тысяч силы. Как бы мы верхнюю планку убрали, но нужны активные игроки именно без доната. Мы уже доходили до 160-го места в топе без доната. Но как бы потом я покикал людей, которые не играют активно. И нужны новые бойцы, пополнение. Вот, если ты даже у нас был и тебя кикали, то если ты готов рубиться дальше, вот, дадим второй шанс, вступай. А вот, дальше, что еще у нас? А, ну, по поводу этой штуки, конечно, я, да, ну, мало времени провожу в игре, но, тем не менее, полностью лимит забить у меня не получилось в командные подземелья, ну, без траты карточек, да? То есть где-то были сливы, где-то еще что-то в пустынные руины я прошел, да, как бы не успел эти с саммитом, там вообще все с пустошью хаоса грустно. Вот надо начинать забытую битву ходить и так далее, но сегодня, видишь, уже забить лимит я, грубо говоря, не успею. Да, то есть, ну, это реально, да, но нужно больше времени тратить на игру, ну, вот так по-быстрому там пройти лаву саммит, да, возникают проблемы, из-за кого-то сольешься, или там полчаса команду ищешь, и как бы грусть, печаль, тоска, вот, получается. Ну, надо пытаться в забытую битву идти, но там тоже, я помню, последний раз, когда был там, как бы бесконечные эти бои происходили. Ну, надо как-то это дело фармить, потому что без него, грубо говоря, никак. Вот, видел, Андрюха Рылев там бомбил на видосе то, что невозможно, грубо говоря. Ну, то есть лимиты маленькие, но тут вот на моем аккаунте, если ты там не потратишь должного времени, да, у тебя вот, ну, не получается времени найти, то, конечно, ну, да, сложненько. Так, мы тут получили какие-то бонусы, но только я так и не понял, что я получил. А у нас первый герой со второй эволюцией. Знаете, что еще? Давайте сделаем второго. Усовершенствовать у нас не получается. Да, так. Вот так вот сделаем. Давай еще. Вот так вот сделаем. Все-таки фрейки, да? Ей нужен просвет, чтобы, ну, нормальные эмблемы всунуть. Ну, видите, как сейчас сложно просвет качается. Сейчас буду стараться именно хранилище маны улучшить. Так, здесь мы делаем. Смотри, дальше. И мы про... Подожди, я же вот должен... Стой, у меня что-то была уверенность, что у меня есть, короче, повторки на него. Но, как вы видите, этих повторок нету. Блять, я лоханулся. Не, ну ладно, я просто, видишь, я перевел на следующую звезду. Ну, от кого мне еще тогда? Можно некроса сделать. Можно некроса, да, здесь видишь. А, тут, подожди. Тут, получается, надо даже 185 уровень. Да, чтобы сделать вторую эволюцию. Так, есть. Эволюционировать. И да, и повторки нету. То есть я, как бы, я прав, я не лоханулся. Ну, окей. Допустим, сделаем некросу.
усовершенствовать, улучшить навык, добавить опыт, давай пятый уровень. Повторки у нас нету, но у нас есть КГшки. У нас есть КГшки эволюционировать. У нас есть КГшки, их хватит. Пам, вторая эволюция пришла, еще одна вторая эволюция, и нормально. И видос по времени не слишком длинный. Царь, мне даже книжек не хватило. Ах ты ж твою ж дивизию, душегуб и фея. Так, я что там еще получается взял? Ага. Вот там жаловались, где же ордена брать? Вон у меня ордена на максимуме. Чем мне с ними делать? Что мне с ними делать, друзья? Ордена у меня на максимуме. Здесь что я получаю? 150 самоцветов. Ну, допустим. А, я вам обещал роллинг. Давайте 3000. Может, сейчас демона возьму и выбью. Может, я хоть кого-то выбью? Ценного. Ценного, я сказал. Хоть кого-то выбью? Нет. Ну, зачем? Нормально. Мы привыкли. Демон. Сколько у меня осколков? А, слушай, я тут нормально. Вот, смотри-ка. А знаешь, что могу сделать? Вот сюда. Нет, не сюда. Мастерские. Да, от 7 до 13. Я сейчас получу все. Я вот сейчас пройду и получу все. Так, давай-ка. Тут я изи пройду. Смотри, тут даже эти, даже просто драконы, они в инвизе. Давайте, ребят, главное не тормозите все по-быстрому, чисто без свидетелей сделайте. Свидетелей не оставляйте. Свидетели здесь не нужны. А? Так, давай. Почти зачистили. Сейчас мы на повторочку заработаем. Проблема, да? То есть я месяц отсутствовал почти в игре. Если бы я фармил мастерские подземелья, у меня повторок демона было бы побольше, конечно. Так, окей. И вот это вот точно пройду, и вообще все, огонь будет. Оп-оп. Еще тут на самом деле можно с разных сторон все выпускать, чтобы было быстрее. Ой, видите, какой космо слабый. Слабый космо. Даже здания как бы не до конца эти выносят. Ну и я вам скажу, что у нас и демон тоже не особо сильный. Он там бил по героям, но толком нифига им не наносил. Позори, они эти еще герои в подземках стоят с уклонением. Так, добили. Ну, тут буквально чуть-чуть осталось. Па-бам. И давай последние эти таблетки. Все. Еще 9 осколков. Ну и давай последнюю пройдем. Ну, тут, наверное... А давай по отдельности попробуй пустить. Вот так вот. А, блин, по отдельности пустил. Видишь, что произошло? Стой, выходим. Еще раз атака. Нет, давай вместе. Справимся, не справимся. Ну, тут как бы Фрэнки не особо нужен. Ну, ёб твою. А тут как бы разницы нету, да? То есть так само все равно выносят. Что-то космо даже включиться чуть не может. Он как бы включился, его выключили. Не, ладно, не будем тратить время. У нас и так появилась повторка, и это очень хорошо. Сейчас сделаем, значит, эволюцию. Вот он, эволюционировать. Да, иди сюда, детка. Вторая эволюция пришла. Улучшить навык, добавить опыт. А, ясно. Так, давай. И... Ну, давай до 180. Ну, хотя я не смогу их прокачать. То есть мне, ну, все равно... Типа я могу оставить одного героя... 180 уровня, да? Одного героя могу оставить 180 уровня. И его уже докачивать там подземки, вот эти вот волны. На остальных как бы надо все равно. Надо все равно тратить книжки. Потому что в подземках я буду очень долго мучиться. Так. Усовершенствовать. Давай улучшим навык. Давай на максимум. Вот. Прорыв я уже тут качну без вас.
Я просто сейчас доделаю, но просто поймите, мало времени, а мне еще для вас надо стрим запустить. Запустить его вовремя. Так, я просто сделал три вторых вольта. Вы посмотрите, как это стало легко, понимаешь? Легко и непринужденно, и все очень быстро. Прям вообще по кайфу. И у нас уже 119 тысяч, хотя не сильно, сила, конечно, у нас увеличилась. Так, улучшить навык, добавить опыт. И до 180-го. Вот его, наверное, мы, грубо говоря, и будем, ребята, прокачивать. Ну вот так вот у нас получается три героя со второй эволюции. Это уже сила. Нужно как бы сейчас всех остальных поднять до второй эволюции, которые уже у нас эволюционированы, да, на ваш вопрос отвечая, почему ты сейчас там фениксов не качаешь и так далее. Я остальных подниму, вот, и уже следующих героев, которых буду качать, я их сразу буду качать на вторую эволюцию. Так что вот такие вот дела. Кто досмотрел до конца, огромнейшее вам спасибо. Извините, что видео, возможно, короткое, там не самое интересное, хотя, думаю, может, интересно было. Но просто я должен успеть его опубликовать. А, надо не забыть им прорывы всем докачать. И как бы спасибо за то, что посмотрел. Пока.